Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Так, ну давайте начнем, то есть наш с вами семинар. Меня зовут Жукова Татьяна Борисовна, я веду у вас семинар, называется «Правильное ведение бухгалтерского успеха. Залог успеха компании», то есть с точки зрения курса. То есть поэтому в этом плане, то есть я знаю, что записалось очень много, но тем не менее вариант, то есть именно связан с курсом. А с точки зрения курса я всегда за то, чтобы вы у меня приблизили, то есть вашу практику немножко, то есть законодательство. И поэтому в этом правильно я и назвала такую тему. Наш центр-специалист, кто у меня впервые, уже существует более 26 лет, работают у нас больше 250 преподавателей. То есть у нас с вами есть несколько форматов обучения. Кто выбирает перед выбором, какую выбрать. Есть очная, когда вот как мы с вами в аудитории занимаются просто по курсам. Есть очно-заочная, когда вы занимаетесь у меня именно в сокращенной программе. Но в этом случае, то есть всегда помните, что у вас идет 40% просто скидки. То есть именно, но курс сокращается. Есть очень хороший формат обучения, то есть и курс бухгалтерского учета, он попадет скоро в открытое обучение, когда вы сидите за двумя компьютерами, по одному компьютеру слушаете запись, по второму компьютеру делаете все то же самое. Это называется открытое обучение, не забывайте. Ну, несколько слов о себе. То есть у меня высшее экономическое образование в области бухгалтерского учета, я проработала более 20 лет, в должности главного бухгалтера 8 лет. Последние 15 лет я работаю в педагогике. Ну, основной, то есть курс, это наш с вами курс бухгалтерского учета, теория и практика. Но так как по этому направлению я выпустила более 6 тысяч специалистов, уже руководители, которые работают, и главные бухгалтера, и аудиторы, и налоговые инспектора учились в моих группах, и, соответственно, проверяющие налоговых, поэтому спектр достаточно большой. Ну и по желанию, наверное, они очень хотели, чтобы за 9 лет работы специалисте я вела 1С, поэтому мечта их не сбылась, я могу назвать в этом плане. Поэтому я веду и направление 1С, но это чуть попозже. Семинар у нас с вами, то есть правильное ведение бухгалтерского учета, но знакомство вот как раз программа бухгалтерского учета, но как веду я его бухгалтерский учет, именно теории и практики, потому что у каждого преподавателя, если будете выбирать это направление в будущем, имеет свой раздаточный материал, свое направление именно по этому именно курсу. Ну, продолжительность у нас с вами всего час. Краткая характеристика, не буду долго останавливаться, но в основном первые три модуля – это считается фундамент бухгалтерского учета, это основа бухгалтерского учета, первые три модуля. А начиная с четвертого – это уставный капитал, идут основные средства по порядку, как мы с вами в фирмах приобретаем эти элементы. Вначале вносят наши учредители взнос в уставный капитал,
Потом, то есть мы покупаем основные средства, нематериальные активы, может быть такой вариант, материально-производственные запасы. Затем идет выйти заработная плата, учет затрат, готовая продукция, оптовая розничная торговля, кредиты банка и заключается, то есть курс сам, формирование финансового результата и бухгалтерская отчетность. Но цель курса в основном, я бы назвала, она касается начинающих слушателей, которые только знакомятся с этим курсом, но продолжающие, то есть очень хорошо, то есть осваивают, вот они обновляют свои знания и видят, что-то нужно просто или переделать, или доделать просто в нашем учете. Ну, кому интересен, я бы назвала всем, потому что бухгалтерский учет нужно знать все-таки всем. То есть особенно я бы касалась, наверное, руководителей. Почему? Потому что руководители подписывают всю отчетность. Организация, это мы с вами как руководители ничего не поменяем. Почему? Потому что это закон 402 ФЗ. То есть он, то есть, дал такую, то есть, рубрику, то есть именно что подсчитает, отчитывается именно руководители организации. Мы несем с вами ответственность. По окончанию курса, это у нас есть с вами на сайте, это вы составляете первичные документы, проверяете документы контрагентов, отражаете как бы учет, начисляете заработную плату, рассчитываете финансовый результат деятельности и составляете отчетность. Это вы будете уметь после этого курса. Где находится этот курс, вот я вам выделила как раз презентация, это вот бухгалтерский учет, идет посерединке на нашем сайте. Продолжение, конечно, это не один курс, и сразу говорю, одного курса всегда мало для того, чтобы вести правильно учет в организациях. Поэтому придется, конечно, добавлять и программы автоматизированные, и налогообложения, поэтому этот этап, наверное, на этом не остановится. По окончанию курса вы получаете, если вы закончили, допустим, высшее образование или среднее профессиональное, то тогда вам выдают удостоверение о повышении квалификации. Если вы не предоставляете документ, тогда свидетельство. Но так как я направляю вас дальше, я вам точно говорю, нужно обязательно в один из бухгалтерий. В ручном варианте бухучет не ведется. Это очень трудоемко, хоть и курс он состоит из 64 часа. Очень трудоемко, но тем не менее, вот можно, если вы открываете свою деятельность только, ну, допустим, вы предприниматель, да, ну, я вам все-таки советую сходить, как открыть свое дело. У нас читают это юристы, и вы можете это, то есть, осветить для себя, как правильно заполнить просто документы. Ну, здесь я вам просто сразу приглашу, потому что по окончанию семинара как-то вы мне все становитесь отключаться от вебинара, потому что в аудиторию все равно у нас мало всегда бывают слушателей. Но вот первая моя группа, в этом году у меня всего две группы по моему направлению, остальное все у меня задействовано 1С. Поэтому, если будет желание вам, вот я буду сейчас показывать, что мы изучаем на курсе, и если будет желание, я вас приглашаю точно 31 марта, в следующую субботу, то есть у меня начинается курс, то есть именно будет он продлеваться, то есть примерно полтора месяца, и вторая группа будет только в август. Но там интенсив, не сильно удобно, потому что не каждый человек может отпроситься с работы в эту группу. Ну вот это у нас с вами с точки зрения нашей с вами презентации. То есть что изучается просто на группы? Ну, то есть если вас интересует, то есть в основном группам дают, то есть бухгалтерские документы, где они заполняют, то есть смотрят, как это заполняется. Это в раздаточном материале. Ну, а я пройду по своему раздаточному материалу. Первый модуль – это вот основа бухучета, и здесь вы должны четко знать понятия измерители виды, что вы с ними познакомились. И самое главное, и я бы, наверное, здесь коснулась, это объекты бухгалтерского учета. С этого начинается бухгалтерский учет. Как бы вам этого не хотелось. То есть и активы, и пассивы, то есть относятся именно сюда, в этом разделе. И вы должны четко знать, потому что чисто практически, да, отличается от курса. Чисто практически это происходит, что у нас с вами? У нас есть документ, в котором прописана номенклатура, да, конкретная какая-то. А вы должны правильно определить объект учета вначале. А потом определить правильно план счетов. План счетов, то есть счета бухгалтерского учета. Потому что в этом плане я могу вам сказать, отсюда идут уже нарушения. Если вы неправильно выбираете счет бухгалтерского учета, это попадает в налоговый кодекс, статью 120, грубое нарушение ведения бухгалтерского учета. А там штрафные санкции.
А если вы только открыли у меня деятельность, только открыли деятельность, то есть, соответственно, у нас нет денег с вами. И поэтому от этого очень много просто зависит. И что вы правильно их определяли. Потом в группах просто составляют задания, я сделала просто выдержки, что они делают. Мы определяем объекты учета, к какой группе, что это относится, ну, как у нас с вами здесь есть. Затем, то есть вы определяете задолженность, дебиторская или кредиторская ваша задолженность. А потом только группируются просто объекты. Ну, в основном я взяла просто занятие, чтобы вам показать, как это выглядит. То есть в основном это, вот видите, группировка, куда это относится. Но стоимость основных средств, опять же, 40 тысяч и более, то есть за цену. А по налоговому учету это 100 тысяч и более. Поэтому здесь вы должны сразу принять решение. Бывают иногда особенности. Ну, допустим, вот я возьму запасные части. Бывает, они стоят у вас большую сумму, цена. Ну, допустим, бывают запасные части, которые составляют и 100 тысяч, и миллионы, да, стоят, то есть у нас с вами. Но по закону считается, что ваши основные средства должны выполнять какую-то функцию. И поэтому, то есть они основным средством не будут у вас относиться, а отнесутся к материальным оборотным средствам. Поэтому здесь особенности есть. Есть особенности вот по спецодежде очень сильные. Какие? Почему? Потому что как только срок использования более 1 года и стоимость у них 40 тысяч и более, они не будут считаться материально оборотными средствами. Они попадут у вас в основные средства, вот сюда, в объект. И счет, конечно, у вас изменится. Поэтому здесь очень главный элемент – это иметь. Затем с точки зрения группировки по источникам, то есть здесь вот видите собственный капитал и заемный, то есть у нас есть. После того, как то есть, наши с вами слушатели все это проходят, мы переходим в нормативные документы. И вот ваш закон 402 ФЗ, который в электронном виде я обязательно даю программе, у нас с вами с июля 2019 поменялись ПБУ. Они сейчас у нас с вами называются федеральные стандарты бухгалтерского учета. И мы с вами переходим, уже будем стараться переходить в международные стандарты. Ну, часто задают на занятиях, зачем? Ну, я согласна, зачем? Почему? Потому что вот эта коронная фраза «наши санкции», то есть она, наверное, везде нас уже преследует, да, правда, везде? И поэтому в этом плане, но все равно на каком-то этапе мы все равно перейдем с вами в международные стандарты. И в прогнозе, то есть хотя я видела новый документ, но в прогнозе считалось, что только с 2019 года будут пересмотрены материально-производственные запасы и основные средства. Но появились новые документы в проекте, и они могут изменить уже в 2018 году. А раз в 2018 году вы мне должны будете создать приказ об учетной политике, не забывайте. Хотя он относится у вас к 4 уровню, но ваш главный элемент – это приказ об учетной политике. И все то, что правильно, правильно, как вы вот ведете в приказе, то есть в учете ваших организаций, но вы отражаете приказы об учетной политике, может быть, в большей степени у меня здесь не начинающие, а кто уже работает, и они, может быть, меня поймут. Почему? Потому что вот я вам для примера приведу. Вот есть у нас подотчетные суммы, верно? То есть которые мы берем в кассу, в подотчет. То есть в каждой организации это присутствует. По закону указания 32.10 О Центробанка у вас срок, то есть предоставление авансового отчета 3 рабочих дня, все. А мы с вами не отчитываемся за 3 рабочих дня по закону. И вот это нужно и прописать в приказе об учетной политике. Что какой срок предоставления авансового отчета? Если этой формулировки не будет, уже появится снова неправильное ведение учета и снова появятся штрафные санкции. Это не забывайте. Все отражаете у меня в приказе об учетной политике. То есть поэтому таких элементов много. Даже тот вариант, когда вы счет неправильно, да, я согласна, счета, когда выбираешь, и долго сомневаешься в каком-то элементе, а правильно ли я это делаю или неправильно. И вот где есть сомнения, я вам советую, вы в приказ об учетной политике. Просто сделайте как приложение в виде документа, то есть в виде таблички, содержание операции написали, корреспонденцию, дебет, кредит, и уже будет утверждено руководителем. А проверяющий, он начинает проверку с приказа об учетной политике. И он уже увидит, какой счет вы выбираете. Если, опять же, вы не пропишете, вот есть счет, может быть, будет немножко понятно, счет 7,6 разными дебиторами и кредиторами.
А есть у нас поставщики, да, отдельно, есть услуги отдельно с вами. И если вы используете 7,6 счет для расчетов по коммунальным услугам, да, вот транспортным услугам, которые вот, ну, все равно в большей степени сейчас в деятельности попадается. Но если вы не пропишете в приказе об учетной политике, это уже будет ошибкой, нарушением. Почему? Потому что инструкция 94Н там гласит, что счет 60 используется для учета услуг. И если вы эту формулировку не сделаете, опять же, здесь будет считаться просто ошибкой. Поэтому, то есть самый главный элемент, даже если вы не знаете, с чего начать, приказ об учетной политике, я вам точно могу сказать, с нее нужно начать. И туда нужно отнести абсолютно все. Составляет ее главный бухгалтер, однозначно. Подписывает руководитель организации. То есть, и так как вы ставите подпись, очень-очень внимательно с этим элементом, который, то есть, используется. После того, как вы, ну, то есть, просто, то есть, используете именно документы, ну, сейчас я немножко перейду здесь. То есть, переходится просто в элементы, которые связаны с бухгалтерским балансом. И просто я в группе, обычно я им говорю, что как состоит баланс. Я не буду задерживаться здесь, чтобы нам осветить все-таки все темы. Здесь есть содержание баланса, все в теории я даю, то есть, в своем раздаточном материале нашим с вами именно слушателям, если вы запланируете этот курс. И они заполняют сразу, у меня сразу идет на втором занятии, то есть именно, что они заполняют настоящий бухгалтерский баланс, чтобы они первый раз познакомились с ним. То есть в основном обращаю внимание, что вот здесь, то есть заполняются основные средства, а если вы руководители присутствующие в большей степени, а вы его подписываете. Вы постарайтесь, чтобы вы его понимали очень хорошо, какая строчка где расположена, чтобы вы уже знали, что вы подписываете. Здесь же, то есть, есть и запасы, он, видите, дебиторская задолженность, а не заполнять просто на занятиях, то есть знакомиться. Где какие счета расположены, это, конечно, следующие темы, но, тем не менее, то есть здесь они идут по группировке. Вот так заполняется баланс. Еще один раз бухгалтерский баланс они заполняют у меня на последнем занятии бухгалтерской отчетности просто. После того, как они проходят у меня баланс, они переходят в счета бухгалтерского учета. Ну, здесь идет у нас теория, то есть так выглядит наш счет, что проще было всегда, вспомните, дебет, кредит, то есть вы записываете как бухгалтера, если будете здесь схемку активного, использовать пассивного, идет двойную запись, и потом только вы решаете задачки. Ну, на первом этапе, то есть слушатели, они делают это в счетах бухгалтерского учета, ну, называемые у нас в бухучете самолетиками. И они разносят все по счетам бухгалтерского учета и учат разносить просто эти счета. Да, сложно, я не спорю, то есть это приходит, наверное, со временем. Потом по их заполняется журнал хозяйственных операций, это журнал называется хозяйственных операций. И затем на основании журнала хозяйственных операций составляется оборотная ведомость. То, что если вы уже проходили, допустим, 1С, значит, мы с вами его распечатываем, оборотную ведомость, и на основании оборотной ведомости уже составляете просто баланс. Ну, в таком виде я как бы подвожу, то есть, моих слушателей именно, то есть, конкретно счетам бухгалтерского учета. Затем, то есть, тема есть синтетические аналитические счета. Здесь же они заполняют задачку, то есть, конкретно это еще теория, первые три модуля идет у нас с вами. А затем, то есть, мы переходим, то есть, кассовые документы. И вот здесь они как раз у меня и знакомятся к первичным документам. Я специально выбрала, то, что вам было более так интереснее, потому что теория, она не сильно используется. У вас должны быть заполнены все обязательные реквизиты, пустые, прочеркнуты. Это считается правильно заполненный документ. И если как бы вообще формы бывают, они не предусмотрены для места печати. Но если есть обвература МП, вы обязательно ее ставите. Потому что все начинается именно с этого, то есть именно правильное заполнение. Если у вас не один человек подписывает, если у вас есть форма приказа, то есть как которую вы можете применить, кто подписывает ваши документы, кто несет ответственность. И вы можете просто ее использовать. И есть фрагменты, касаемые, то есть на занятиях, это ошибки в первичке, я специально выбрала, потому что есть документы, которые обязательно нужно исправить, а есть, которые не требуются исправления. Ну, допустим, варианты вам для примера. Вот, допустим, ваш поставщик, допустим, называется «Букет Экспресс». Но в одном написано «Эксперт», а в другой «Экспресс».
Как бы, то есть уже идентификацию налоговые органы не сделают. И значит, этот документ точно должен быть переиздан. И, соответственно, вы должны это исправить, как исправительную счет-фактуру подать. Другой вариант, вот если будет написано ООО и кавычки «Импульс», но вдруг ошиблись, то есть на самом деле называется весь бить кавычек, как учредительных документов, то здесь, конечно, документ можно не исправлять, потому что идентификация налоговые смогут взять, потому что там «Импульс» все правильно заполнено. Еще один вариант, когда не требуется исправление, это вот видите, то есть я вам для примера здесь привела. Надо лютик, да, написали, допустим, лютик, да, получается вроде как само название, оно все равно сохраняется, поэтому не обязательно требование. Ну вот по поводу наименования товара, то есть в нашем фрагменте требуется вот 118, то есть здесь рублей в том числе, то есть ошибки здесь требуются, здесь уже идет арифметические ошибки не допускаются в расчетах, поэтому вы должны это использовать для себя. Ну вот по поводу первичных документов. А затем, то есть мы переходим в модуль просто бухгалтерские документы, и здесь вот, ну для примера я просто открою, чтобы это увидели, то есть здесь они рассматривают просто, как заполняется платежное поручение, обязательно это делается, потому что вы должны всегда помнить, что вы прописываете, видите, то есть формулировку, за что, на основании какого документа и ваша сумма. Потому что эти документы, они всегда проверяют, то есть именно проверяющие, вам нужно будет этот элемент использовать конкретно. Затем здесь же я вот пролистаю мое, то есть наши, то есть бухгалтерские документы, здесь есть по поводу кассовых документов, ну, чуть-чуть позже, но тем не менее есть, как они составляются. Видите, приходные ордера, они будут присутствовать. Но в дополнение по кассовым документам я просто в группе всегда, то есть, ну, предоставляю просто такой документ, во-первых, обязательно, если вы не знаете, если у вас ошибки в кассовых операциях, я могу точно сказать, это указание 3210У. Здесь очень подробно прописано, как ведутся кассовые операции, если вы даже допускаете ошибки или где-то сомневаетесь. В конце этого, то есть указания, в конце, там есть расчет лимита кассы. Расчет лимита кассы. Вот видите, формула здесь присутствует. Но здесь нету прилагающего документа. И поэтому, ну, просто это мои уже... То есть принципы, я то есть, специально им даю расчет лимита кассы. Мой предложенный вариант, он может вот таким образом выглядеть. То есть вы рассчитываете расчет лимита кассы, не забывайте. То есть почему? Потому что если у вас расчета лимита кассы не будет, это говорит о чем? Что в конце дня, на конец дня, остаток в кассе должно быть 0 рублей 00 копеек. Обязательно. Поэтому сейчас очень уникальный вариант, вы сами это разрабатываете. И мне не надо и вас учить, вы прекрасно все знаете. Это можно сделать задним числом, то есть конкретно. И то есть поставить то есть именно ту дату, которая вам необходима. Но кассир у вас не должен ошибаться. Касса, она вообще легкий, то есть такой элемент, то есть бухучета, где у вас должен быть идеал, идеал. У вас должно быть обязательно расчет лимита кассы и внимательность вашего кассира. Пришли деньги, я приходовала, приходный кассовый ордер. То есть выдала деньги, расходный кассовый ордер. То есть остаток проверила, совпадает ли он с расчетом лимита кассы. Все. И там ошибок у вас уже не будет. Единственное, наша с вами сложность появилась с 2017 года, я пока закрою рабочую тетрадку, это то есть наши онлайн-кассы. Ну, если кто еще не касался, я вот открою схемку специально, чтобы вы сам принцип поняли, как заключается. Вот приказ у вас вначале появился. А потом, то есть, появилось, то есть, закон, ну, я не буду его открывать, то есть, конкретно, то есть, 290 ФЗ, все написано здесь. Поэтому закон можете себе даже написать, 290 ФЗ, там это написано. Какие организации, вы должны его проследить, просто этот закон, и посмотреть, какие организации не имеют права использовать. Ну, я не беру, то есть, вы, наверное, все уже знаете, что кто на патентной системе, и НВД налоги, им продлили срок до июля 2019 года. Они могут не покупать. Мы с вами, то есть обязаны купить, то есть онлайн-кассу, если у вас наличные расчеты. И здесь вот себе пометьте, то есть для информации, статья 2, пункт 2, там написано, какие организации могут не использовать применение контрольно-кассовой техники. И вы можете просто там себя, ну, проследите.
себя. То есть конкретно по вашей деятельности, нужна нам онлайн-касса с вами или нет? Сам онлайн-чек, он, ну, выглядит вот таким образом. Вот это старый с левой стороны, видите? Это новый, то есть чек. Видите, он какой у нас с вами стал? Причем вот я специально, то есть вам, то есть открою, это нам уже не нужно. То есть я закрою. Так, пока, чтобы она не открывалась. В обязательном, то есть онлайн-чеке, то есть вот здесь всего 7 признаков, а здесь 24. И поэтому нам же чеки нужно проверить, обязательно соответствуют ли эти чеки, то есть нашим изменениям. Поэтому обязательно используйте этот вариант, вам это, ну, нужно будет, то есть именно в работе. Затем, то есть у нас с вами есть вот такой, то есть одобрил когда приказ, вот она моя схемка, которую я, то есть из налоговой. И сам принцип, если, ну, вы все покупатели, вы прекрасно знаете, как это происходит. Допустим, когда вы пробиваете, то есть отдаете деньги, пробивается чек. Он, то есть, поступает вот этот оператор ОФД, фискальных данных. Одновременно чек выходит, то есть, из вашей онлайн-кассы и одновременно появляется на сайте ФНС. И как бы онлайн-кассы, они становятся чисто прозрачными. То есть выручка, она никуда не уйдет от налоговой, они всегда явно это просто будут видеть. То есть, ну, когда-то они вы в 2017 году в конце писали, что этот эксперимент проходит очень, то есть именно хорошо, то есть уникально. Ну, понятно, уникально для кого? Для налоговых, потому что выручка сразу попадает на сайт. То есть, и они всю информацию просто видят. И выручка, она становится такая чисто прозрачная. Поэтому вот 290 ФЗ для этого вам и нужно, чтобы вы просмотрели. Поэтому не забывайте про этот элемент, то есть, чтобы вы могли использовать. С точки зрения подотчета, то есть, ну, просто на занятиях я просто им разрешаю, то есть, в электронном виде положение с подотчетными лицами, он у них будет, то есть, у ваших бухгалтеров, если они пойдут, то есть, в группы. Здесь же, вот, то есть, я предоставляю проверку, то есть, подотчетных именно документов. То есть, ну, когда-то аудитор они очень уникально составили, здесь, вот видите, для расчета какие документы, это юристы, которые составляли этот документ, здесь есть объяснительные записки о покупках, можно просто использовать, как проверить чек вот на бензин, то есть поэтому информации достаточно много для того, чтобы это изучать. Да, читать приходится очень-очень много, я не спорю, то есть про это. Затем с точки зрения, допустим, уставного капитала, то есть, ну да, то есть если вы хотите посмотреть, как это выглядит, то есть в основном это теоретический материал, но в дополнение я им даю некоторые, то есть материалы, то есть именно чтобы они это использовали. Ну вот для информации я сейчас открою методическое свое пособие, часть вторую, то есть в уставный капитал, потому что теория это, ну я считаю, все просто, то есть и вам вроде как понятно. А вот здесь в уставном капитале вам это нужно будет. Во-первых, минимальный размер у нас с вами так и оставили 10 тысяч, если идет публичное акционерное общество. Вот характеристики, если вы стоите перед выбором, какую нужно выбрать, то есть организацию, да, то есть вот планируют, то есть у индивидуального предпринимателя вообще убрать отчетность, но не забывайте, вы должны вести просто отчетность. То есть потому что в этом плане, то есть на каком-то этапе у вас восстанавливается отчетность, и у вас, то есть просто-напросто, то есть идет, то есть неразбериха, то есть с вашим элементом. И другой элемент, который часто в последних группах у меня присутствует, это любимое у всех слово аутсорсинг. Внимательно очень к этому элементу. Я могу вам однозначно из опыта сказать, обратно документы просто в безобразном состоянии возвращаются. Во-вторых, то есть конкретно базы не возвращают аутсорсинговые компании. Поэтому в договорах обязательно пропишите, что возврат обязательно в полном объеме, что вы могли дальше продолжать учет. А получается, вы так удаленно отдали на обслуживание, да, бухгалтер, он ответственный человек. Но они относятся неответственно. И они, то есть как хотели, так и сделали вам отчетность, дали в налоговую, отчитались. А когда вы решили, то есть, принять на работу бухгалтера, и начинается вот этот возврат от этих компаний, вот здесь вот руководители, они просто берутся за голову. То есть, потому что они не знают, что с этим сделать. Потому что это просто безобразное состояние, то есть, ведение учета. Ну, тогда мой вариант, то есть, именно только взять отчетность обязательно. Отчетность должна быть возвращена вам. И чтобы вы хотя бы остатки завели в программы.
А потом уже ввели, то есть программу как правильно. То есть, ну, отчетность, она должна у вас вернуться, не забывайте. А так здесь есть характеристика вашей компании, может быть, обособленное подразделение. Опять же, вот очень много вопросов всегда поступает. То есть это, то есть в основном обособленные они открываются на месяц, и в течение месяца вы должны его обязательно зарегистрировать. Обязательно регистрация должна у вас осуществиться. А потом они мне прорешивают просто задание, то есть связано с основным капиталом, и идут просто в рабочую тетрадку, вот, которая на экране у вас была сейчас открыта. Здесь есть выдержка учетной политики, и они заполняют вот такие элементы. Я уж по всем темам здесь пройду, чтобы, то есть мы с вами успели. Здесь вот видите, то есть уставной капитал они прорешивают потом в программе, документы. Потом идут операции с основным средством, поэтому информации поступает очень много, то есть именно от пользователей. То есть, и потом то есть переходят просто в другие программы, то есть связанные с МПЗ. То есть, ну вот в основном это то есть рабочая тетрадка, которая просто существует. С точки зрения зарплаты в этом то есть месяце, то есть очень много поступило то есть документов, поэтому не забывайте. Во-первых, у вас должно быть обязательно штатное расписание, обязательно требование, то есть, чтобы штатное расписание у вас присутствовало, независимо, где вы работаете. Штатное расписание обязательно. Унифицированные формы можно всегда найти и в программах, они есть. Еще для начисления зарплаты основной документ считается табель, потому что налоговые, они абсолютно везде уже прописывают, что, то есть, если не будет у вас документов штатного расписания, табеля, расчет на ведомости, вот я могу открыть на экране, чтобы вы увидели, как слушатели просто заполняют, то есть на занятиях, тогда они не отнесут это в расходы. И в начисление зарплаты у вас не попадет в расходы при налоге на прибыль. И поэтому эти элементы, то есть вы должны очень четко для себя, то есть понимать, что здесь элемент, то есть он должен быть обязательно, прям табель можно записать, штатное расписание – обязательно, и расчетная ведомость. Просто кажется, все это просто, но тем не менее, такой вариант, то есть у нас с вами присутствует. Затем, то есть у нас с вами, то есть идут, то есть именно документы, то есть затем, то есть затраты, и то есть в группе, то есть заполняет просто-напросто, то есть расчет себестоимости. Вот здесь вариант очень такой уникальный, потому что это экономические расчеты. Но расчет себестоимости вы должны, то есть ваши бухгалтеры-экономисты должны уметь делать. То есть поэтому в этом плане всегда помните, они должны постатейно рассчитаны. Это считается от основной заработной платы, если кого-то интересует. И все вот общепроизводственные расходы на содержание, общехозяйственные расходы, это все будет у вас идти от основной заработной платы. И рассчитывается просто по процентам. До этого нужно сделать просто расчет. Затем производственная себестоимость, она собирается с первой статьи до девятой, общехозяйственные расходы, и берется вне производственные расходы, это ваши расходы на продажу, в том числе, вот, допустим, то есть, на, то есть конкретно 44-й счет, который у нас с вами есть, реклама, это входит вот именно сюда. А потом вы только добавляете планируемую прибыль, но в заданиях понятно, что я обычно беру в основном, то есть сам налог на прибыль 20%. Ну, хотя бы минимум, пускай это будет у вас 0,5%, 0,2%, но вы должны в цену вашу заложить планируемую прибыль. Вы не можете работать в убыток, вы должны работать в прибыль, потому что, ну, налоговые, я в том числе всегда считаю, что если вы у меня открыли деятельность конкретно, то есть то тогда, то есть у вас должна быть обязательно прибыль, то есть это безусловно. Затем, то есть вы начисляете НДС и получаете цены, по которым вы будете продавать. Она же попадет у вас потом в реализацию. И вы платите с этой суммы НДС, и с этой же суммы, то есть у вас идет, то есть именно как доходы, то есть именно налог на прибыль. С точки зрения, то есть НДС, то есть конкретно, сейчас я посмотрю, то есть в этом плане, то есть, так, сейчас, секундочку. То есть с точки зрения НДС, то есть есть свои просто документы, то есть конкретные, то есть по работе НДС. Поэтому не забывайте, то есть счет фактуры вы должны, то есть уметь просто заполнять. Ну, давайте вот мы откроем, то есть бухгалтерские документы, они у нас здесь есть, то есть и вы увидите. Просто в основном закон это 981, он будет у вас прописан.
И вы заполняете счет-фактуру, которая заполняется, то есть, ну, и на занятиях, конечно, это все прослеживается. То есть в основном счет-фактура, видите, то есть продавец заполняется, но согласно учредительных документов заполняется. Затем здесь адрес заполняется, все по учредительным документам. Видите, то есть грузоотправитель, так как одна и та же компания, продавец, то есть можно прописывать по закону он же. Все документы, еще раз напомню, если кто не знает, постановление 1137 плюс обязательно 981 постановление. То есть последнее, потому что у нас счет фактуры в 2017 году изменились дважды. С 1 июля и с 1 октября. Поэтому вы не забывайте про этот вариант. Ну, просто какие-то коррективы были сделаны. Вот, допустим, идентификатор госконтрактов, да, добавлено. Потом у нас код вида товаров добавилась строчка. Еще один элемент, который добавился, то есть, во-первых, регистрационный это номер таможенной декларации, потому что они формулировку поменяли. В основном можно обращать внимание, что если есть постановление 981, значит, точно будет присутствовать правильный счет фактура. Потому что в дальнейшем это ваш вычет, и, соответственно, он вам просто будет нужен. И еще один элемент, который добавили просто в счет фактуры, это вот у нас с вами индивидуально, где предприниматель, добавили фразу «или иное уполномоченное лицо». Вот эти фразы, они согласны постановлениям 981. Поэтому после того, как вы ее получили, ну, в данном случае это мы продаем, значит, вы регистрируете в книге продаж. Книга продаж, она тоже изменилась, поэтому проверяйте. 981 постановление должно быть у всех абсолютно. Затем, то есть, что у нас здесь поменялось? Да поменялись просто некоторые элементы. Во-первых, код вида операции у вас 01, это отгрузка будет появиться здесь. Во-первых, то есть, где у вас посреднические организации, здесь добавилось комиссионеры вариант. Ну, в основном это 981 постановление. И ваш счет фактуры сюда регистрируется. Отсюда, то есть, она потом присоединяет вашу налоговую декларацию. То есть, если как бы соединить в полном объеме. Затем, то есть, если вы покупаете, тоже прослеживаете вашими поставщиками, так конкретно, то есть, поэтому АО «Альфа», вот здесь, как вот у меня, здесь вот грузоотправитель не обязательно в полном объеме, здесь можно написать «он же», это постановление 1137, и расчетно-платежному документу ставятся прочерки. Если, то есть, конкретно, то есть, у вас это авансовый счет фактуры, потому что вот здесь не будет сейчас на экране у меня, тогда это заполняется. Графа пятая, строка пятая обязательно заполняется. И графы 2, 1А, 2, 2А до 6 прочеркиваются. Это авансовая счет фактура будет считаться. И где налоговая ставка будет ставиться 18 дробь 118 или 10 дробь 110. И то есть оно у вас здесь появится. Потому что в этом заключается, я почему вам всегда говорю, да, то есть с точки зрения практики трудно, трудно. Я не спорю, это же поставщик, это же надо его заставить вот так заполнить, то есть конкретно по закону, как правильно. Но нужно с ними работать. Ну, я думаю, что в связи с тем, что то есть декларация, она все-таки чисто прозрачная стала, и цепочка вся видна, все-таки мы со временем с вами научимся правильно вести учет, и, соответственно, они будут правильно его заполнять. Но работы очень-очень много будет, я не отрицаю с этим. То есть бухгалтерам, для того, чтобы они правильно заполнили ваш документ. Но нужно их заставлять. Сказать, допустим, у вас будут штрафные санкции. Очень часто, то есть в этом плане, то есть говорят мне, то есть мы не будем регистрировать счет фактуру на аванс. А где это написано, что вы не будете их регистрировать? В налоговом кодексе написано, что это вы обязаны выставить счет фактуру на аванс. Потому что вы получили деньги на расчетный счет. Это ваша обязанность. И вы не можете это отрицать именно. Еще один элемент, который вы должны всегда помнить, нету счет фактур никаких, ни дробь, никаких вариантов. Счет фактуры имеет единую нумерацию всегда. Там не может быть никаких символов. Если вот у вас бывают такие, потому что в одной компании я как раз видела один вариант, который мне очень понравился, я вам всем советую. Они сделали очень хитро, программисты. Они вот здесь, где номер счет фактуры, написали, дата, дробь, счет фактура. И в любой момент, как только появляется счет фактура в эту дату, то есть мы можем всегда заполнить просто именно сквозную нумерацию. Но в учетной политике им нужно было прописать, они это и сделали,
Они написали, как они их регистрируют. И они написали, что это дата, дробь, единая нумерация. Слово единое у них присутствует. Значит, нарушений у них не будет. И будет всегда правильно. Все, я вам не зря сказала, то есть все, то есть вы должны прописать в учетную политику. Ну, тот вариант, как вот мне часто спрашивают, а можно, допустим, написать не платить налоги, это точно не пройдет вариант. Потому что вы мне всегда, вы должны превратиться просто в положительного налогоплательщика. Другой вариант, я знаю, что вы все хотите уйти от налогов, другой вопрос. Но всегда уходите от налогов по законодательству. Но, к сожалению, у нас в этом году, то есть слишком много, то есть вот жестких таких элементов, которые присутствуют. И вы не забывайте, я вам даже задание дам всем, кто сегодня присутствовал, проверьте свой госреестр. Это первое, что вам нужно сделать. Или налоговые планируют закрыть организацию. 400 тысяч компаний. Не 400, а 400 тысяч. И это очень-очень существенно. Еще одно существенно с госреестром. Вы не сможете в электронном виде отправить отчетность. Потому что пользователи уже начали жаловаться. То есть, потому что программа, она идет в реестр. Если какие-то там неточности, она не отправляет, правда, то есть документов. И у нас появится просроченная, то есть срок сдачи отчетности. Поэтому вот первое задание, конечно, очень большое. Проверьте вот все неточности, которые у вас есть в госреестре. Их нужно отредактировать. Если налоговая, бывают такие случаи, налоговая вот никак не соглашается, у меня даже в группах были, что они вроде подали все сведения в группе слушателей, финансовый директор мне сообщал. То есть они ни в какую не исправляют. Нужно заставить, тогда наймите эту сверку, то есть назначить, то есть по именно расчетов. И проверьте все свои данные. Нужно их тогда, то есть, конечно, то есть всегда просто заставить это сделать. Это нужно сделать. Для того, чтобы, потому что контрагенты видят, что у вас там неточности. Сейчас же на сайте налог.ру есть вся информация. Они идут, то есть налог.ру, открывают ваших контрагентов, с кем вы работаете, и смотрите. Не заплатили налог, уже минус. То есть сдачу отчетности отсутствует. Они сейчас все видят. То есть именно они сейчас ее редактируют, но в основном она уже открыта доступ к контрагентам. И вы всегда можете посмотреть, а можно ли с ним заключать, допустим, сделку. А все связано пока с госреестром юрлиц. Поэтому я бы хотела, чтобы вы проверили, потому что оттуда идет все правильно. Это учета, может быть, как бы вариант темы я просто, может быть, жестко так вам, то есть предоставила. Но я бы хотела, чтобы вы просто в практике приблизили вот к этому всему, к законодательству. Где-то сложно, да, я знаю, сложно, то есть работать просто в практике, чтобы вот это создать. Но оно должно быть примерно, то есть приближено именно как правильно, чтобы вы могли потом уже, конечно, отчитаться. То есть перед организациями. И если вы где-то видите, что у вас есть ошибки, я вам точно могу сказать, нужно назначить сверку расчетов. Причем не в письменном виде, а в устном, что вы присутствовали. А для этого просто напишите заявление в налоговую и напишите прям присутствие лично. Потому что очень много идут штрафные санкции, то именно по поводу этих вариантов, когда сверка акт предоставляется, а там идут неточности. Ну, для примера я могу вам даже привести, то есть у меня недавно было индивидуальное занятие, девочка хотела, просто слушательница, бухгалтер, у нее опыт был громадный, то есть у нее по НДС не сходилось налоговая. И я удивилась, что она мне сказала этим быстро. Я не думала никогда, что в налоговой бывают ошибки. Бывают. Нужно их контролировать для этого. А для этого вот как раз я ей посоветовала, напишите заявление лично. И чтобы они при вас просто это отредактировали. В итоге она сэкономила у меня 25 миллионов на НДС. Поэтому сверки я вам точно могу однозначно сказать лучше лично. То есть, что вы будете присутствовать при сверке расчетов. И они не могут вам отказать, потому что это по закону. Бывает, то есть, если вы пишете. То есть, допустим, удаленно, лично. И вы всегда можете это, то есть, отредактировать, у вас всегда будет правильно. Все счет-фактуры, они, конечно, регистрируйте, не забывайте книгу покупок, продаж, ее лучше распечатывать, чтобы она у вас хранилась, чтобы эти элементы присутствовали, эти элементы есть. И в самой, то есть, ну, по документам, если как бы прослеживать, то есть именно здесь же, вот видите, товарные накладные, они должны все правильно, вы проверьте свои вот документы конкретно, потому что все начинается с первичных документов.
Они должны быть правильно заполнены. Еще в последней информации, вот по счет-факторам, я вот вернусь, мы как-то с вами с практики из года в год привыкли не использовать исправительную счет-фактуру. Видите, она везде прочерк. Мы с вами как вами используем? Мы просто ее перепечатываем, ставим прочерки. Но пришло последнее письмо, то есть буквально вчера в марте месяце, что это будет считаться неправильным вариантом. Вы должны, то есть ее сделать исправительную первичный документ, но не перепечатывать. И если как бы налоговые докажут, это опять же будет, то есть именно штрафными санкциями, что вы неправильно это использовали. Не забывайте, потому что, то есть статья 120, она очень такая жесткая. Она называется «Грубое нарушение ведения учета». Я могу вам даже сказать, что написано в вашем налоговом кодексе. Если вы неправильно выбрали счет бухгалтерского учета, почему я вам сказала в учетную политику, то есть нужно прописать, то есть вашу именно, чтобы вы прописывали именно приложением, как корреспонденция записывается. Второй, то есть вариант, то есть вы должны обязательно, то есть прописать, то есть как у вас, допустим, нумерация счет-фактуры идет, и все элементы хотя бы прописать в учетной политике. То есть конкретно. То есть, ну вот мне здесь вопрос последовал, то есть посоветовать, какую купить 1С, да все одно и то же, 1С бухгалтерия по импорту. Вы просто ставите, то есть функциональности все вопросы, то есть все галочки, то есть и она появляется у вас и импорт, и экспорт, и то есть она будет работать у вас как и для импорта. Потому что часто, то есть это используется, но вы пропускаете, то есть я могу даже сказать, раздел «Функциональность» называется. Это ваш, то есть элемент, который вы у меня упускаете просто в базах. То есть и когда вы проходите курсы, потому что я видела, что у вас много среди вас слушателей семинара, которые уже прошли курсы, вы когда приходите с базами, я могу вам точно сказать, да, они не идеальны, у вас базы. А налоговые вы не можете отказать в проверке баз. Почему не можете? Потому что, то есть, компьютер относится, допустим, к основным средствам, материально-производственным запасам. А если они когда проводят проверку, они инвентаризацию могут сделать. Их доступ к компьютеру у вас будет открыт. Единственное, на мой совет, не допускайте к своим рабочим базам, а просто делайте копию рабочую, то есть именно стол для вашего проверяющего, чтобы он не мог, то есть именно испортить вашу рабочую базу. И они будут проверять, они будут это видеть. И поэтому не забывайте, чтобы старайтесь, чтобы базы все-таки у вас были, ну, то есть более-менее идеальнее, для того, чтобы вы могли в них просто работать конкретно, то есть и в этом плане, то есть вы всегда можете посмотреть информацию, потому что сам курс бухгалтерского учета – это основа, основа. А вы должны, когда работаете в программе, вы должны это перенести, эту основу, взять всю теорию, и перенести, то есть именно вашу, то есть компьютерную технологию, в зависимости, что вы используете. Поэтому самый сложный, наверное, вопрос, то есть конкретно связанный именно с заполнениями, то есть это просто-напросто наша с вами последняя тема, она называется бухгалтерская отчетность, чтобы вы увидели, что я даю на бухгалтерской отчетности, может быть, она вам будет, то есть полезна. Это, то есть заполнение просто наших документов. Вот по кредитам, займам, то есть они у меня заполняют, и финансовые результаты. То есть они решают вот такую задачку, они это умеют все делать, поэтому я это, безусловно, могу сказать, да, умеют. Затем они заполняют, то есть я закрою, то есть этот документ, то есть затем оборот на сальдовую ведомость, это ваш путь, а потом только получаете вы у меня бухгалтерскую отчетность, которая заполняется, то есть на теории бухучета, то есть именно, то есть в бумажном варианте, а потом уже в электронном варианте. И поэтому не забывайте, здесь вот местонахождение, то же самое образец вы можете в базе получить, то есть затем вот у нас с вами, то есть пассив здесь идут, конкретно краткосрочные обязательства и отчеты финансовых результатов. Вы это заполняете. И в основном, то есть всегда помните, что вы должны, то есть проверять вашу базу. То есть конкретно, допустим, выручка, она всегда отражается без НДС. Хотя часто я слышу от слушателей, что у меня конкретно, то есть нет, то есть, допустим, НДС. Ну, нету, значит, просто доход.
Ну, вот здесь у нас еще один вопрос прослеживается, я смотрю. Вот микропредприятие устанавливает лимит кассы. Нет, не надо. То есть вы у меня малое предприятие, вам не нужен лимит кассы. То есть вы у меня работаете, но только не забывайте, то есть все-таки приказ, то есть именно по лимиту кассы вы должны прописать. Вот сейчас я вам на экране покажу, не стала полностью вам показывать. То есть для малых предприятий вот сейчас он откроется. Просто если вы до этого момента были, допустим, на общем режиме, да, налогообложения, вы должны создать вот такой приказ. Указание все 32.10 ОМ, что вы вроде как не используете лимит кассы. Но если вы до этого использовали, вы должны сказать, то есть по приказу, что вот с такого-то момента отменить действие приказа, которым был установлен лимит кассы. То есть как правильно рассчитывать, я вам показала уже на экране. Здесь вот установить можно в виде приказа, не обязательно делать расчеты. То есть самое главное, чтобы был у вас приказ. И поэтому эти элементы, то есть вы можете использовать. Как считается лимит кассы, если кто-то не знает, я могу вам напомнить то, что вы изучали, потому что многие, я видела, что вы прошли этот курс. То есть берется просто объем выручки за 3 последних месяца, делится на расчетный период в расчетном периоде. Ну, допустим, если взять вот сейчас январь, февраль, март. Январь у вас 31 день, февраль 28, март 31. Делите, то есть именно на это количество. И умножаете на то количество дней, через которое вы сдаете в банк. Так считается лимит кассы. То есть именно. Но в малых предприятиях вы можете не использовать. То есть этот вариант. Но лучше прописать это в приказе. Да, вам разрешено, то есть это по закону 32.10 ОМ, не забывайте про это. Поэтому в этом плане, то есть этот элемент, он просто используется. Ну, вот такой, то есть, вариант, то есть самостоятельную работу, у меня очень много самостоятельной работы, то есть поэтому я вот сейчас на экране вам покажу. То есть если будет у кого-то желание, все-таки вас приглашаю. Да, очень трудоемко, и я, конечно, очень сильно загружаю своих слушателей, но это стоит просто этого, и мой труд тоже, который я делаю проверки. Они просто это уникально делают. И особенно, вот, особенно руководители, когда учатся, они используют вот этот тест для приема на работу главных бухгалтеров. Это у них коронный, наверное, вариант, чтобы поиметь вот этот тест конкретно. И потом, а так как правильные ответы они имеют, то есть, соответственно, они будут принимать. То есть, ну, иногда бывают, да, такие случаи, что не все мы знаем с вами из бухгалтерского учета, и то есть большой плюс дается именно продолжающим. Но если есть вопросы, я могу вам ответить, то есть именно на этот ответ. Есть у нас вопросы, то, что вы хотели все-таки услышать, только старайтесь. Все то, что правильно, приказ об учетной политике точно, все первичные документы, которые поступают, то есть обязательно, то есть их прочитываете, потому что я понимаю, когда вот мы, допустим, как руководители и главные бухгалтеры, нам приходит стопка документов, и вы начинаете их подписывать. Читайте, что написано там. Потому что я могу вам однозначно сказать, как только вы ставите свою подпись, вы подтверждаете то, что там написано, и вы несете уже законодательно за это, то есть именно, то есть конкретно ответственность. Поэтому не забывайте про это. Еще один элемент, который послужил, то есть, наверное, в 2017 году, то есть большой, наверное, такой, то есть фурор появился в документе за налоговые долги. Поэтому увеличился, то есть именно конкретно список, то есть именно сотрудников, которые отвечают, в том числе и главные бухгалтера, и финансовые директора, то есть отвечают за то, что если у вашей компании идет банкротство, допустим, и тогда суд, если он признает, что виноват главный бухгалтер или финансовый директор, будут нести ответственность уже и эти сотрудники. Поэтому даже в том случае я могу точно сказать, если ваш главный бухгалтер увольняется, в течение 3 лет он несет ответственность за то, что происходило в вашей компании. И поэтому это, то есть закон, то есть выступил, то есть вышел 1 июля 2017 года. И с этого момента просто появилось очень много документов, которые, то есть нужно просто прослеживать их для себя, поэтому не забывайте про это. Ну, а я еще просто могу вас только приглашать, потому что здесь я вам полностью не скажу, то есть не покажу просто на экране, что мы изучаем, то есть, потому что это очень большой объем, это все-таки 64 часа. Я уже сделала просто маленькие такие
выдержки, чтобы вам немножко показать. Но нужно, то все равно это вот проходить. Если вы уже проходили этот курс, ну вернитесь просто конкретно, то есть именно ваш курс, и еще раз прочитайте. То есть то, что вы изучали в курсе теории и практика. Потому что на какой бы курс вы мне не записывали, специалисты, я вам однозначно могу сказать, ваш замечательный курс первый, теория и практика бухгалтерского учета, в нем заложено все. А потом вы уже переносите на другой, то есть, допустим, на программы 1С, если вы ее используете, и ее применяете. Чтобы у вас все, если где-то у вас приходят, то есть получаются ошибки, я всегда за то, что вы боролись за свои фирмы, боритесь за них. Если где-то вы видите, что все-таки неправильно, значит, нужно доказать, найти это в налоговом кодексе, где это написано, и показать, что вы правильно действуете. Потому что везде приходится доказывать. И если вы научитесь за свои фирмы, предприятия это делать, я могу вам сказать, у вас всегда будет правильно. Потому что в этом плане очень-очень, ну, достаточно хороший путь, то есть, который делали, то есть, мои налоговые инспектора, которые обучались в моей группе по налогообложению. И они всегда говорили, это я вам напоследок скажу. Если вы научитесь доказывать свою правоту и находить в налоговом кодексе, вы будете зарабатывать плюсы от налоговых инспекций. Но если вы не научитесь с ним работать, с кодексом, и не будете находить вот эти фразы, которые не сильно, то есть удобно, кто изучал, уже знает, да, или кто работал, как читать налоговый кодекс, его сложно читать. И причем каждый читает со своей стороны. Мы с вами со своей стороны, налоговые инспектора со своей стороны читают, и каждый находит, то есть где вот нужно вот этот минус найти с точки зрения закона. Поэтому старайтесь соблюдать просто законодательство, если вы где-то хотите уйти, то есть от закона, я могу однозначно сказать, начните просто просчитывать. Первый вариант – это амортизация, когда вы выбираете просто метод начисления амортизации. Просчитайте про свои компании, что для вас выгоднее. Какой метод? Линейный, уменьшаемого остатка. И вы сразу это увидите. Что для вас выгоднее, что расходы ваши увеличились. В этом году, то есть я на экране вам не покажу, появился, обратите на него, инвестиционный вычет. Он достаточно очень уникально построен. Но там есть один минус. Вы этот объект не можете продать, или вы должны все восстановить. Поэтому, а так вот действительно уменьшается очень хорошо по налогу на прибыль. Это просто сделали путь достаточно очень хороший, и главу 25 прямо откройте, найдите инвестиционный вычет для себя. Это будет ваша находка просто. Или вот оценка МПЗ, когда мы выбираем метод ФИФА, первая партия на приход в расход, и средняя стоимость. И сравните эти два метода. И посмотрите, где ваши расходы больше. Вот это называется правильное ухождение от налогов. А все остальное не старайтесь их использовать. Серые схемы налоговые все знают абсолютно. И они все равно нас с вами высчитывают в этом плане. Так, ну давайте я не буду вас долго задерживать. Всем до свидания. То есть, ну, больших вам успехов, конечно. Очень больших. Ну, если где-то будут возникать вопросы, можете использовать мою почту, то есть на сайте, то есть это есть. Ну, если кто учился особенно, то есть, ну, а я все равно приглашаю 31-го. Это не так часто бывает, то есть, но 31 марта запускается просто моя группа, причем под нее подстраивается сразу 1С. То есть, поэтому, если будет желание у ваших знакомых, ну, вот суббота – это вот тот вариант, который вы можете со мной просто позаниматься, я вас, то есть, буду просто направлять. Раздаточный материал я даю. Вот я вижу уже здесь мои слушатели, вон, Ольга, Поляруш, то есть, которые когда-то у меня учились. То есть, очень приятно. Я, правда, всех, то есть, вас не проследила здесь, может быть, среди вас кто-то есть, потому что все-таки 9 лет работы специалисте, то есть, достаточно очень, вот, то есть, большой срок для того, чтобы, то есть, именно на мои слушатели, ну, они приходят, они возвращаются, то есть, всегда в мои группы. Но я могу сказать, у нас все профессионалы. И вы можете записаться к любому преподавателю, безусловно. Но так как моя группа, специально нам семинар поставили перед группой моей 31 марта, я вас все-таки приглашаю. В электронном виде, правда, раздаточный материал очень громадный я даю слушателям. Но он стоит того, чтобы вам в практике просто использовать. Ну, вам больших-больших удач, очень больших удач. Чтобы у вас все получалось. Как подсказку можете пока использовать 1С,
то есть где-то, если где-то сложно. Ну и контролируйте, то есть чтобы у вас было все правильно, то есть вот, если именно в учете, то есть самое главное. Так, вот здесь у нас еще Ирина написала, что я училась у вас. Очень приятно, да. Так, среди нас с вами есть те, которые у меня учились? Есть. Да, ну это я поняла, что вы у меня. Удачи, большой удачи. Спасибо, что вы у меня присутствовали. Но в основном я могу вас пригласить, если хотите, но используйте все-таки вебинар лучше. Все-таки 45 минут – это очень маленький срок. И вот следующий семинар, он будет 1 апреля, то есть по 1С. То есть основные средства я буду просто им показывать именно в первом уровне, не втором уровне. Если есть желание даже подключиться по вебинару, вы постарайтесь, вот 1 апреля, посмотрите там на сайте, то есть я буду им просто показывать, как отражается в учете в 1С основные средства, нематериальные активы. Даже если что-то забыли, вы хотя бы вспомните. Или что-то не знаете, вы там как раз можете просто увидеть. Потому что теоретически материал, он немножко так. Скучновато. Вы даете 1С упрощенку? Нет. Только общую, да? Ну, обычно вот у меня девочка была, то есть на занятиях, сейчас я просто отключу здесь, на занятиях просто-напросто, то есть на индивидуальном. Там я, ну, она похожая, может быть, я в дальнейшем и буду ее уже вести упрощенную. Но она просто сказала, что если она упрощенная, я ей сразу сказала, я не веду упрощенную. Но она записалась на индивидуально, и мы с ней, то есть ее базы просто работали. Но база, конечно, я могу сказать, сколько у меня было индивидуалов. Они ужасные, честно вам говорю. Мне, то есть такое катастрофическое, то есть именно настроение за ваши компании. То есть потому что они в плачевном состоянии. И их нужно, то есть вот вести просто к хорошему состоянию. И поэтому старайтесь все проводить. То есть особенно, чтобы были правильно заполнены документы. И заводите сразу базу. Как только, да, труд большой в 1С, но как только вы заведете, вы любой анализ там можете сделать и получить для себя. Хоть вы финансовый даже директор. Вы любой руководителю раздела открыли, там любой анализ уже есть. И вы его построили. Раздаточный материал сейчас можно? Раздаточный материал, то есть, ну, а в основном я не даю, а вы какой хотите? Ну, вот то, что сегодня, чтобы хотя бы... А, ну, давайте, то есть, вот вам запишу. Так, я вас отключаю.